Путину надо доказать крымчанам, всему миру, что аннексия Крыма пошла на благо жителям Крыма. Если он это докажет, то многие закроют глаза на то, что это было сделано, ну, не совсем законно или там, в противовес международным законам. То есть до этого момента никто из международных организаций участвовать в Крыму не будет. Да? Инвесторы не придут. Вот. Поэтому сейчас это дело, ну, Крым становится, вот была Олимпиада у Путина, надо было что-то доказывать, теперь Крым. Значит, как это у них получится, ну, очень я как бы сомневаюсь, что получится хорошо, если честно. Тем более, что получается так, что предыдущие инвестиции в Сочи, они все Крымом нивелированы. То есть теперь все то, что они планировали для Сочи, они теперь все это стараются делать именно в Крыму. Вот. Ну, давайте посмотрим. То есть это для Путина это вызов. То есть он должен доказать всему миру, что это все было не зря.